терроризм. Это угроза национальной безопасности. Провести наш круглый стол в рамках, получается, единого родительского дня, который, в принципе, у нас под собой подразумевает, это выяснить, насколько у нас в Ивангороде наши детки находятся в безопасности. И правильно ли мы делаем то, что сейчас делаем? Наши детки чувствовали себя спокойно в наших учебных заведениях. Сейчас это у нас основная задача – понять, насколько мы подготовлены к такой ситуации. Современный международный терроризм становится одной из главных проблем человечества. Он угрожает фундаментальным человеческим ценностям. Право личности на жизнь, свободу, собственность и национальным интересам России. Чтобы узнать подробнее о типах терроризма, спросите вашего учителя. Три главных правила. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте. Обязательно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о подозрительном предмете сотрудникам правоохранительных органов по телефону 112. Никакие звонки в непосредственной близости не производятся. То есть неизвестно, что этот предмет будет заряжен, поэтому если хотите куда-то сообщить, то есть, ну, обязательно отошли на безопасное расстояние, только потом провели звоночек какой-то. Ну, ситуация, в общем, я не буду говорить, что она простая. Здесь ситуация все-таки немного сложнее. Во-первых, потому что за последние годы немножко изменился порядок и вообще лицензированная охранная деятельность все-таки это не такая длительная история вот в таком формате, который мы имеем. Ну, сейчас попытаюсь в общих моментах рассказать то, чем вы можете быть защищены, да, ну, как бы повысить вашу именно грамотность. В общем, это все, конечно, влияет на безопасность, да, и реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций. Но как понимать, что охранные функции осуществляет только организация, специально для этого лицензированная. Инструкции, вот поэтому от нас просьба, да, при согласовании все-таки более внимательно руководителям подходить к этой инструкции. Вы понимаете, у нас ситуация такая, нас не будут финансировать по этому вопросу, не будут. У нас есть вахтеры и у нас есть ответственные дежурные. Все. Вопрос финансирования, дальше все будет решаться гораздо легче. Скорее, наверное, в этом. Потому что мы со своей стороны тоже рекомендации пишем, и на нашем уровне главного управления этот вопрос поднимаем, тоже проводятся и там круглые столы, и законодательные.